И где же мы? Зашибись. Тупик. Еще тупик. Кровь. Много крови. Воспоминания из прошлого, когда коварный Арес обманул Кратоса, и тот погубил свою семью. Пандора? Кратос, в глухой тьме огни надежды укажут путь. Здесь мы уже бывали, походу. Так. Ты видишь свет. Он изменит тебя. Пора распрощаться со страхом. Свет откроет истину. Сила прощения в самой душе. Тебя простят, когда ты сможешь сам простить себя. Так, уже этот мир какие-то очертания приобретает. Я вижу огонь, вижу свет. Это тот самый свет надежды. Не повезло тебе, мужик. Не повезло тебе, Афина. Я думал, все уже. Кратос, страх заставил Зевса убить своего отца Крона. Страх стал причиной Великой войны. Из страха Зевс пожелал убить тебя, своего сына. Страхом Зевс дурманит твой разум.
Взгляни в глаза страху и срази его. Так, очередной свет. Как-то конца и края на не видно. Боги Олимпа покинули меня. И теперь... Ты не забыл этот день, спартанец? Я не позволю тебе погубить ее. Удачи тебе с этой жалкой потаскухой Пандорой. Тебе не изменить судьбу смертной. Ты обязан мне всем! Прошу, не делай этого, спартанец! Ты получил то, зачем пришел! Пощади меня! Реки крови. Реки крови. Не пощадил Кратос никого. Даже если у него была возможность. Да я и так плыву изо всех сил. Скорее, Кратос! Кратос, прошу, освободи меня. Не слушай ее, Кратос. Хоть раз за свою жалкую жизнь не подведи. Не погуби ее так же, как свою семью. Все хорошо, Кратос. Да, куда услышу? Так, вон там, кажется, берег есть. Врата. Нет, ящик, ящик. Это ящик Пандоры. Кратос, ты знаешь, что другого пути нет. Медленно, медленно идет. Еле-еле. Почему мы с тобой здесь? Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Пришел в себя. Голыми руками сейчас буду рвать Зевса, я так полагаю. Так, голыми руками она. Кратос,
Там уже вместо лица должна быть манная кашка. Это же Зевс. Это просто за крови не видно ничего. Сдохни, 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 тварь, сдохни, 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 ты сдохнешь, ты сдохнешь, ты умрешь навсегда. Сдохни, 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 сдохни. Закончили, нажимать на кнопку. Ерма Олимпа, очищены хаосом. Теперь они готовы услышать то, что я хочу сказать. Оглянись вокруг, Афина. Весь мир лежит в руинах. Некому слушать тебя. Иди, если хочешь. Но сначала отдай мне силу, что хранилась в ящике Пандоры. Ящик был пуст. Этого не может быть. Я вижу это в твоих глазах. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Она все еще в тебе. Разве ты не понимаешь? Когда Зевс собрал все бедствия и спрятал их в ящик, я страшилась того, что будет, если ящик откроют. Поэтому я поместила в этот ящик самое сильное оружие из всех существующих в мире. Тебе. Ящик был пуст. Пандора погибла напрасно. Она погибла из-за моей жажды мести. Ты ошибаешься. Моя сила помогла тебе убить Зевса. Я сама это видела. Если только... Конечно. Открыв ящик, ты выпустил все самые ужасные бедствия. В лицо богам. Ты изменил их. Сам Зевс стал жертвой этих бедствий. Вот почему он был так озлоблен, так желал твоей смерти. Его поглотил порок, страх. Я думала, что силы, что я поместила в ящик, все еще там. Все эти годы я думала, что ты использовал темные силы ящика, чтобы уничтожить Ареса. Но я ошибалась. Ты взял из ящика мою светлую силу. Откуда у тебя сила, с которой не смог совладать Зевс? Сила, способная одолеть даже страх. Она скрыта в твоем сердце. Надежда. Она жила в сердце, в плену твоей вины и стыда за содеянное. Ты смог убить Зевса, потому что что-то пробудило в тебе эту надежду. Что это было, Кратос? Надежда дает силу. Вот почему мы с тобой здесь. Надежда — последнее оружие, когда все потеряно. Что это было, Кратос? Я помню лишь то, что я потерял. Поэтому ты должен отдать мне эту силу. Я знаю ее истинную сущность и знаю, где ей место.
Я верю, что ты поступишь правильно, Кратос. Не стоит. Ты обязан мне, Кратос. Я ничего не должен. Я сделала тебя богом. Я спрятала тебя от гнева Олимпа. Я помогла тебе отомстить Зевсу. Все кончено, Афина. Ты осмелишься пойти против меня? Опять? Моя месть свершилась. Не смей! Ты разочаровал меня, спартанец. Да пошла ты! После такого ранения смерть должна быть мгновенной. И тут как бы разработчики дают нам намек на продолжение серии God of War, потому что кровавый след ведет к обрыву. И для этого надо было, кстати, пересмотреть субтитры, чтобы посмотреть эту сценку. С вами был Джейсон, канал True Many Games, игра от настоящих маньяков. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте лайки, оставляйте комментарии, смотрите в описании, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем спасибо, что смотрели. Спасибо за поддержку, спасибо за комментарии, опять же, и за ваше внимание. Всем удачи, до новых прохождений. Всем пока.